Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин, и на праздничный стол. Для этого мне понадобятся небольшие картофелины, которые я нарезаю тонкими лепесточками. Можно ножиком экономом, как у меня. Можно нашинковать или просто ножиком. Фарш, специи. У меня соль, перец, кориандр. Можно любые травы, любые специи. Лук, натертый на мелкую терку. Яйцо и манная крупа. Форму смазываю маслом. У меня форма для маффинов, но это не принципиально. Можно использовать любые пиалочки или форму для корзиночек. И в смазанные формочки выкладываю картофельные лепесточки. Фарш хорошо замешиваю, отбиваю и делю на 12 частей. Потом шарик разминаю в такую лепешечку и выкладываю на картофельные лепесточки. В каждую форму добавляю немножко тертого сыра и нарезанные помидоры. В миску убиваю яйца, добавляю молоко, добавляю щепотку соли и хорошо перемешиваю. Не взбиваю, а хорошо перемешиваю. Заливаю заливку в форму, кладу в духовку на нижний уровень и буду запекать. Прошло 40 минут, и наш ужин готов. Блюдо получилось очень нежное и очень сочное. Картофель получился очень нежный снизу, с хрустящей корочкой сверху.